За прошедшую неделю в отделение скорой медицинской помощи поступило 203 вызова. Госпитализирован один участник дорожно-транспортного происшествия. Системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме. Идет активная подготовка инженерных сетей к осенне-зимнему периоду. Плотная кампания на сетях инженерных подходит к своему финалу. Значит, продолжаем сегодня работу по ликвидации последствий дефектов по результатам гидравлических испытаний в 8-м микрорайоне. И продолжаются работы по шурфовке в 3-м микрорайоне, в районе гипермаркета «Магнит». В культурной жизни города полным ходом идет подготовка к спортивно-массовым мероприятиям 8 сентября. В 11 часов от Центра культуры и молодежной политики будет объявлен старт программы «Забег атомных городов». В программе всевозможные мастер-классы по карвингу, краски на воде, киокушинка и карате, гиревой спорт, выступления творческих коллективов ППО САЭС, парад здоровья, семейные эстафеты, мужские и женские забеги и детские забеги. 8 сентября состоится долгожданное событие для жителей города – выборы в Десногорский городской совет. 14 сентября будет отмечаться 45-летний юбилей города. Андрей Шубин анонсировал приезд на праздник губернатора Смоленской области Алексея Островского. Глава города призвал муниципальные службы рассмотреть все нюансы в части подготовки к этому мероприятию. Виталий Волков, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.